Скажите, а почему вы кричите «Россия без Путина»? Вам не нравится дядя Володя? Я ненавижу Путина. А за что? За то, что... За то, что он отманывает! Невзирая на провокации со стороны власти, в Москву съехалось огромное количество представителей регионов, которые тоже недовольны тем, что Путин, как форточник, пробрался в Кремль. Здравствуйте, телеканал «Политвестник». Вы прибыли в Москву из Ульяновска? Здравствуйте, да, я приехал из Ульяновска. А что привело вас сюда, в Москву, с протестом? Вторая строчка вот этого плаката «Путин вор». Вот с той стороны народ, а там власть. Это и есть лицо Владимира Путина. Он испугался. Такого количества силовиков в центре Москвы Москва еще не видела. Даже те, кто здесь собрался, а это явные активисты, хотя и не только, утверждают, что такого количества войск они еще не видели. Это война. За моей спиной не поплавки, это ОМОНовские каски. Правда, пока еще ни один путинский ОМОНовец не пострадал. Так будет выглядеть гражданская война, если Путин останется у власти. Позор! Позор!